Всем привет, друзья! Сейчас пойду переставлю сетки. Не знаю, подскажите тоже в комментариях, правильно я делаю, неправильно. Может, я что-то неправильно делаю, но рыба пока не попадает нам. Вот они, сетки стоят. Я хочу тот буй, думал оттянуть сюда. Сейчас вот, когда рыбина там плеснулась, магнит кидал. Думал, ну там и травы как бы больше. Думаю, может попробовать этот буй дальний оттянуть ближе к берегу, вот сюда, чтобы она получилась вот от этого буя. И накосую вот туда, сколько смогу, сейчас оттяну. Сейчас поедем, покажу вам, как у меня это получается, не получается. И заодно проверим сетки. Посмотрим, что там попало, за день не попало. Ну, я думаю, опять может одна рыбка, может две. Посмотрим, однако, сейчас все увидим. Ставьте плюсики, на колокольчик нажимайте вверху экрана. Будет, ну, там вот оно вверху экрана, будет колокольчик, вы на него нажимаете, и будут новости с моего канала приходить к вам первыми. Ну все, поехали. Лодка у меня вот стоит, здесь около бани лежит. Сейчас, не знаю, лягушкой подкачаю, может, спустила так. Посмотрим все. А вот плещется рыба крупная тоже в той стороне вся почему-то. А рыбзавод находится в той стороне, наоборот. Там вот за речкой, где мы с вами плавали на лодке, там рыбзавод. Рыба как бы, если уходит весной, она больше в этой стороне, а местная рыба больше в этой стороне. То есть сейчас вот переставим, ну, вот тот буй оттянем вот сюда и посмотрим утром. Встану опять пораньше, в 7 утра, и проверим с вами. Все, поехали. Поеду, Санька, проверять я это сетки. Сынок подбежал у меня. Он говорит, в баню идем. Идите в баню пока. А мы поедем сетки сейчас, ребята, переставлять с вами. Наталья вон в баньку идет. Сейчас я вам крутанусь. Быстренько. С наступающим паром, Наталья, тебя. Мне там парку оставьте немножечко. Ставим. Опять сюда сделаю камеру, чтобы вам было получше видно. Вот так вот и в сторону. Вот так вот. Сначала этот немножко буй поглубже оттащу. Сейчас я его достану. Сам буй. Вот такой вот он у меня буй. И все вот это дело тащу сейчас туда поглубже вместе с сеткой. По типу невода даже сейчас получится, как будто неводом ловил. Опа. Ну, сейчас надо зажать его. Весло все замоталось. Размотаем. Размотаем сейчас его. О. Тут дно чистое, купаемся, песочек.
знаю уже. А потом ил идет такой засасывающий. Поглубже, вот где-то вот в этом месте уже такой. Сейчас немножечко, сколько смогу, вытяну ее сюда, сетку. Тот дальний будет, туда пойдем. Пускай она там немножко зигзагообразно получится, но это ничего страшного, я думаю. Может даже лучше. Рыба же не по прямой ходит, а так как бы во-всякому. Потом еще проверим, пройдемся по ним. Посмотрим, что попало. Ну, где-то вот так вот. Сейчас немножко еще вдоль берега сюда оттащу. Примерно так вот где-то. Вот, сейчас этот буй здесь кинем. Комары, зараза, эти. Да и голова уже чешется, в баню идти. Так. Еще немножко отгребем. В ту сторону. У нас глубина, ой, блин, за палец схватила. Ой, видите, тут глубоковато уже. Опа. Ага. О, кое-как он тут торчит. Ну, ничего страшного. Вон, видите, такой уже стал там. И вот так буду вдоль теперь озера стоять. Посмотрим, что так попадет. Все, теперь едем туда, к тому бую. Тихо, наверное, говорю, не слышно. Напишите потом в комментариях, слышно меня. Наверное, плохо слышно. Холодно, туман уже такой тоже начинается вечером. Буду стараться погромче вам говорить. Сколько я знаю, ребята, тоже напишите в комментариях, кто знает. Вроде осенью должен молочный окунь какой-то идти, или он летом идет, я путаю, может быть, что-то. Помню вроде, что... А, молочный окунь, он идет вроде как, не знаю, то ли в июне, то ли в июле. Вот врать не буду, напишите лучше, если кто знает, когда молочный окунь идет. Я все время думал, что вот когда туман такой, типа как молоко, так вода, ну... Или вода наоборот, как молоко, молочный окунь. Почему его называют вообще? Вот тоже напишите, кто знает. Вот. Вот наш буй, который на глубине стоит. Где он? А, вот он. Ага. Все. Травинка какая-то плавает. О, мушка. О. Все, а это мы сейчас. Я сейчас привяжу вот так вот ручку, достану его. Видите, как выл, въелся, тяжеловато достается. Пониже, наверное, надо показать, что вот так, немножко сюда вот. О. О. Вот он, с сеткой тут вместе даже. Сетку эту снимем. Ага. Глубина большая, метров 10, говорю, наверное, может поменьше. Похож на поисковой магнит. У меня Сан Саныч увидел, говорит: о, папа, поисковой магнит, давай покидаем. Просто такая болванка. Вот вот такое вот, видите, как дно. Давай, говорит, папа,
покидай. Мама смеется, говорит, дай ему, говорит, пускай кидает. Этот хоть не жалко, вот тот и здесь. Так, сейчас я здесь развяжусь. Сразу же. И привяжусь к этому, к этой веревке, и будем тянуть туда ее вдоль прям берега. То есть вот туда вот. Вот туда будем тянуть ее. Сейчас. Экспериментируйте всегда, друзья, не ленитесь. И будет вам счастье. Не. Так сейчас натяну, что потом не развяжу. Надо морской узел сделать. Вот такой вот. Опа. О. Все. Погнали наших городских в сторону деревни. Я буду, наверное, даже вот туда вот так от себя, чтобы видно было, как сетка тянется. Не тянется, ну-ка. И сейчас. Вот так туда тянуть, прям к берегу ехать. Ага. Вот он шнурок. Вот он. И сетка там. Все, поехали. Поехали. С глубины на мель. Коряк нету. Хотя, черт его знает, если они тут нет. Должны быть, наверное. Финки удобные сетки, хорошо. Они, правда, дорого стоят, но рыбу снимать, да, закидывать. Я вот, помните, в первой серии даже приехал быстренько. Не перебранные, в море еще ставил. Сразу же их тут, ветра нету. Чё, никто не торопит, потихоньку прям в лодке выпутываю, доставлю. Все. Чем они и удобны. Из-за этого у них и цена, конечно, такая. Ну, вон там тот буй. Сейчас повернусь вам, покажу. Вот, не знаю, видно там бутылка. Зелененький, наверное, ладно, поедем. Дугой пока получается, уже тяжелее становится, что на месте стою. Был бы, конечно, прогресс, катер мой, мотор бы завести, так сразу бы натянули бы моментом. Придется поработать немножко. Немножечко потрудиться. На канале будут еще рыбалки за корюшкой в море зимой. Навагой. Будем ловить с вами навагу, корюшку на удочку. Не знаю, мережу ставить, не ставить. Может, поставить мережу. Пишите в комментариях, поставить не мережу. Не знаю, вот. Мережу бы хотелось бы поставить, конечно. Интересно было бы проверять. Но там, я не знаю, там надо лицензию, наверное, в Беломорск ехать. У нас в городе, по-моему, лицензию на мережу не дают. Не знаю, надо узнавать все.
Если вы напишите, что вам интересно будет смотреть, я мережу ставлю, проверяю. Может быть, я, конечно, и поставлю ее. Посмотрим, как там карта ляжет. Тяжело там уже, да? Тихонечку идем. Надо выглянуть туда ее. Тянем сейчас ее до берега. Болоту, конечно, меньше немножко. Я еще вдоль оттянусь, там уже не хватит веревки мне. Не знаю, тяну тут что-то, не тяну. Что-то на одном месте стою. А четыре сетки сразу тянули. Но сосед вышел, что-то хочет сказать. Чего черный поплывок? Да чужие сетки я не проверяю. Да мне в баню идти надо уже. Никуда не денется. Проверь, говорит, сетку. Черный поплавок видишь. Некогда мне чужие сетки проверять. А сет ленится сам проверять. Хочет, чтобы ему сетки тут проверили. Возьми да проверь, сам водяру там хлещет. Я буду сетки молодого нашел, пацана, да? Напишите в комментариях, проверять ему сетки или не проверять. Свои бы тут поставить, да в баню бы быстрее. Сегодня тоже уже наснимал видеороликов столько. К кладбищу старому ездил, магнит кидал тут. И утром рано встал, в 7 утра. Не, на, еще картошку копал, во. Не, нафиг. Пускай сам свои сетки проверяет. Хотя не знаю, может быть, чтобы вам показать что-то там. Может быть, и проверить, да? Смотрим сейчас. Как здоровье. Сейчас подтянем. Нагрузка снимется с нее. Сейчас еще подтянем туда, от берега. Все, наверное. Сейчас мы лучше ту еще оттянем. А здесь сейчас привяжемся.
подвяжемся. Тут сейчас оттянем буй и пройдемся по сетке по всей. Сейчас сюда подъеду, подключусь пока. Блин, села батарейка, ребята. Короче, протянул я сетки, но рыбы не было, не попалось ничего вообще. Вот, не знаю, сейчас уже темнеет, так подзарядил быстренько. Вот один буй. И вот пошел. Туда-туда, и вот второй. Она получилась, правда, вот так вот зигзагообразно. Короче, ну, волной что мог, вытянул. Но все равно получилось вдоль берега, не на глубину, а вдоль. Так что посмотрим. Сейчас уже темнеет. Все, друзья, вступайте в группу, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!